Власти Филиппин решили усилить меры безопасности в Маниле в связи с намеченным на понедельник концертом американской певицы Леди Гаги, сообщает агентство ФЭ. На такой шаг в полиции решили пойти из-за волны протестов среди христиан-активистов. Накануне около 200 верующих устроили акцию протеста против прибытия Леди Гаги. Особое недовольство христиан вызывает клип певицы «Джудас», в котором она, по их мнению, надсмехается над Иисусом Христом. Ранее концерт поп-звезды отменили индонезийские власти в ответ на недовольство со стороны консервативных мусульманских организаций.